использование какой-то одной детали как временной резинки имеет свои особенности, и их несоблюдение может привести к неправильной работе схемы или вывести ее из боя. Переменные резисторы выпускаются в различные наполнения. По типам они делятся на резисторы с угольной дорожкой, дорожки из металлокерамики, проволочные и многооборотные проволочные. По причине наличия подвижного контакта переменные резисторы являются источником шума, и порой напряжение, создаваемое ими шумов, может достичь десятков милливольт. Поэтому при применении переменных резисторов следует придерживаться следующих правил. Первое. Избегайте использования переменных резисторов с угольной дорожкой. Они сильно шумят и ненадежны. Второе. Регуляторы громкости аудиоаппаратуры применяются ротационно, с логарифмическим законом регулирования сопротивления. Они будут обеспечивать главное изменение громкости. Третье. Не применяйте переменные резисторы с угольной дорожкой для стройки электропитания для регулировки выходного напряжения. Из-за несовершенства дорожки возможно временное появление полного выходного напряжения. Использование этих несложных правил поможет вашей схеме работать правильно.